Меня зовут Матвей Сушинин, мне 9 лет. Я мечтаю пойти ногами, и когда моя мечта осуществится, то я стану... По синему небу летит самолет, им управляет Матвей-пилот. Летчик знает свое дело, в небе водит самолет, над землей летит он смело, совершая перелет. Вылечит тысячи сломанных рук, в детской больнице Матвей хирург. Я врачом, наверное, буду, стану я лечить людей, буду ездить я повсюду и спасать больных детей. Плывет моряк на корабле, он не тоскует по земле, он с ветром дружит и волной, ведь море дом его родной. Кто из шляпы достает зайца всем на удивление, это фокусник дает в цирке представления. Может, буду я военный, как герой обыкновенный, защищать я буду вас. Геолог, знающий для нас, найдет в земле и нефть, и газ, укажет глубину бурения, объем всего месторождения. Геологической разведкой он минерал откроет редкий. Я хотел бы слетать на Луну, в неразгаданный мир окунуться, долетать до далеких орбит, неизвестных всем нам измерений, на планете других побывать, о которых наука не знает. Друг за другом я вагоны к тепловозу прицепил, загорелся свет зелен, вот и поезд покатил. Повару плиты творит, как на крыльях он парит, все бурлит вокруг него, кухня, кузница его, каждое его творение просто сказка, объединение, мысли, творчество, полет. Тот, кто пробовал, поймет. На машине красно-яркой мчимся мы вперед. Труд тяжелый и опасный нас пожарных ждет. Будем и водой, и пеной мы пожар тушить. И в беду попавшим людям сможем мы помочь. Ведь с огнем бороться будем смело день и ночь. Я проснулся утром рано и решил спортсменом стану и добьюсь успеха в спорте. Я добьюсь, ведь я упрямый, будет мною гордиться мама. Когда я вырасту и стану президентом, при мне лучше станет жить народ. Шаг за шагом я пойду догонять свою мечту. Буду хорошо учиться, буду честно я трудиться, чтоб полезным людям быть, чтоб стране своей служить.